Здравствуйте, подписчики и не подписчики, кто смотрит этот канал, это видео. Хочу сегодня показать, как влияет затенение на панель. Сейчас утро. Вот мои панели. Вот солнце, тополь мой любимый, пухогенератор. Вот правая панель сейчас полностью освещена, на левой тень. Там видно. Вот счетчики. Это правая панель. Это левая. Ну, смотря с какой стороны смотреть, если изнутри, имеется в виду. Здесь 200 ватт, 211, 110, ну 200, в общем. Здесь 24 ватта. Краюшек затенен, большая часть освещается, но в принципе этой тени достаточно, чтобы порезать мощность. Сейчас попробую что-то запустить мощное, может грид еще что-то гасит. Включил нагрузку там, чтобы убедиться, что потребление больше, чем выработка. Ну вот, в общем-то, не сильно поменялось. Вот, у меня вот здесь стоят дополнительные диоды. Надо будет попробовать как-то соединить напрямую и повторить этот эксперимент. Пока одна панель тополем затеняется, будет ли без этих диодов дополнительных гасить вторую батарею? Вот, но это не сегодня.